Привет, друзья! Сегодня будут очень вкусные и очень красивые ажурные блины. Такая красота получается без соды и без разрыхлителя. В глубокой миске соединяем 4 яйца, 4 столовых ложки сахара и немного соли для баланса вкуса. Взбивая миксером, вводим остальные ингредиенты. 3 столовых ложки растительного масла. 500 мл молока. 280 грамм или 1,2 стакана муки. В конце вводим 500 мл крутого кипятка. Тесто получается жидким, таким оно и должно быть. Смазываем кусочком сала всего один раз перед первым блином. Один блин жарится около минуты и на высокой температуре, приблизительно 7-я шкала из 9. Готовые блинчики обязательно накрываем крышкой, чтобы они хорошо пропаривались. Конечно, лучше всего жарить блины на плоской специальной сковороде для блинов, но ничего, и на такой тоже получается. Блинчики получились очень вкусными и в меру сладкими. Их можно кушать с медом, вареньем, сгущенным молоком или сметаной. На моем канале также есть рецепт блинчиков с творогом или налистников. Так что заходите, смотрите и готовьте. А на этом пока все. Спасибо за просмотр и буду ждать ваших отзывов в комментариях. Ставьте пальчик вверх, если все понравилось. И также приглашаю подписаться тех, кто еще не подписан на мой канал. С вами была Оксана. До следующих вкусных рецептов. Пока-пока!